Ну и в последних уже в этом матче Эльмир Набиуллин, не останавливаясь, как мотор, бежит вперед, заигрывает игроков центра поля. Цакташ. Цакташ перевод направо. Саму Гарсия вновь свободное место перед ним, и вновь он никого не обыгрывает. Навес Набиуллина. Бьет по воротам и гол! Гол забивает Рубин на 28-й минуте. Саму Гарсия! 1-0! Казанский Рубин за 2 минуты до конца дополнительного времени выходит вперед в этом дико напряженном матче. Саму Гарсия, который весь матч подыгрывал